Городской округ Люберцы с рабочим визитом посетили представители гуандунской акционерной компании «Монте-Бьянко». Предприятие занимается исследованием и производством оборудования для бурения, шлифовки, полировки металлов, керамики и оптики. В Китайской Народной Республике оно входит в тройку лидеров своей отрасли. Имеет представительство в 50 странах мира. Заместитель генерального директора компании Ян Чен, а также менеджер отдела международного развития Лян Цзюнье встретились с главой Люберец Владимиром Волковым, а также представителями бизнес-сообщества городского округа. Участники встречи обсудили возможность дальнейшего сотрудничества. У нас много предприятий, которые готовы к сотрудничеству. Климат инвестиционный благоприятный. Все механизмы, которые для этого используются, предоставление земельных участков, льготы по налогам, все это применимо. И мы готовы этим опытом делиться в случае рассмотрения инвестиций вашей компании в наш регион.